А сейчас о том, чем запомнилась прошлая неделя в районах нашей области. Открытие помещения для проведения отпусков осужденных, визит председателя правления ПФР в Тверскую область и начало работы выставки, посвященной героям Калининского фронта. Подробности в следующем материале. 12 марта в широкий прокат выходит семейная мелодрама «Счастье в конверте». Это три удивительные истории, которые расскажут, что такое счастье. Ведь каждый его понимает по-разному. Это три удивительные истории о любви и дружбе, о том, как уметь оставаться человеком и не предавать себя в любой жизненной ситуации. Секрет счастья скрыт в душе каждого из нас, и то, как мы понимаем это счастье, представляет, как мы несем себя в этой жизни. Кинолента «Счастье в конверте» позволяет нам окунуться в прошлое, вернуться в детство, ну и задуматься о смысле жизни. И по словам генерального директора телекомпании «Интеграция» Александра Хачко, «Счастье в конверте» – это честный фильм о настоящих людях. Одну из главных ролей в фильме исполнил наш земляк, актер Залим Мирзоев. Встретиться с ним и не только узнать о том, как шел съемочный процесс, тверичане смогут лично. 13 марта в 18:30 нам с вами предоставится исключительная возможность оценить работу, которая явно претендует на роль стать истинной и настоящей. Встреча с представителями съемочной группы, планируется участие режиссера фильма Светланы Сухановой. Информация по телефону 300-033 и на сайте panorama-tver.ru. И особенно приятно отметить, что цены на эту премьеру будут очень-очень привлекательными. Билеты по специально низким ценам уже в кассах и на сайте кинотеатра. Возрастное ограничение 12+.